Программа «Жилье для российской семьи» должна реализовываться в Нижегородском регионе повсеместно. Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил в ходе посещения одного из жилищных комплексов, который строится в Дзержинске. У нас эта программа сосредоточена только в Богородском районе, в Иксе и в Нижнем. А люди, которые хотят принять участие в этой программе, они стоят перед альтернативой. Покупать жилье и менять среду обитания, уходить с работы. Лучше жилье приближать к людям, нежели чем вот такую программу. Поэтому по 10 тысяч сейчас нарезать надо участки квадратных метров по строительству жилья во многих районах. Мы сейчас этим занимаемся, тем, чтобы эта программа заработала в целом по области. Жилье стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр все больше привлекает нижегородские семьи. Улучшить свои жилищные условия мечтают многие, причем зачастую долгожданный переезд позволяет начать буквально новую жизнь. Квартира огромная, просторная, мы очень рады. Мы уже заселились, то есть вообще замечательно. А раньше по соседству. Намного. Однокомнатная, во-первых, сейчас двухкомнатная. Вот, и маленькая. А сейчас у ребенка своя комната есть. Мы довольны. В этом году в регионе будет сдано 20 тысяч квадратных метров жилья для участников программы. В следующем еще больше. А за 3 года построить 260 тысяч квадратных метров жилья. Жилье для российской семьи – это как раз для тех людей, которые сегодня претендуют на приобретение жилья эконом-класс. А на сегодняшний день у нас в программе сегодня 1100 семей. И до конца года мы должны ввести в эксплуатацию 474 квартиры. Большое значение имеет и то, что все новое жилье строится из материалов, которые мы сами и производим. Нижегородские предприятия, взаимодействуя со строительными компаниями, в буквальном смысле приводят к снижению цены для клиентов. Себестоимость, она четко привязана к логистике. Для строителей Нижегородской области очень важно, что строительные материалы производятся у нас в области. К слову, уже сейчас заявления на вступление в программу «Жилье для российской семьи» принимаются в администрациях районов Нижнего Новгорода, Выкса и Богородского района. Теперь к программе подключается и Дзержинск.